Привет, я Никита Добрынин, и это Enjoy the Travel. Сегодня я приготовлю для вас нечто необычное. Героями нашего шоу станут. Друзья, продолжаются наши сегодняшние съемки. Вся банда и съемочная группа в сборе. Выдвигаемся из Одессы. Только приехал, и приходится прощаться с моим любимым городом. И вот мы добрались с ребятами на Белгород-Днестровскую крепость. Димка здесь с нами, там же где-то и Миша с Никитой. В общем, вовнутрь мы пока не попали. Мы чуть поздновато приехали. Но все равно галочку для себя я поставил. Я был здесь. Одна, наверное, самая большая крепость в Украине. Даже не только в Украине. И в Европе побывать стоит. Доброе утро. Это вот шумная компания. Это наша бригада, там, с которой мы вчера начали снимать. Я только проснулся. У нас завтрак и целый день приключений. Вы даже не представляете, каких. Вот настолько, что вот там нас ждет самолет. И мы отправляемся дальше снимать наш тревел по Украине. Доброе утро. Доброе утро. Сырники в затылке, ничего да, себе. У меня просто вот эспрессо, как у кота. Я тебе сейчас как дам. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание. Мало что за средневековая кухня. Да я не включил камеру, с кем ты разговариваешь вообще? Отчасти наш тревел будет таким. Но на самом деле это будет офигенное путешествие, это будет настоящий мальчишник. И очень скоро все соберем в один выпуск. Я вам обещаю уже в августе показать очень крутой маршрут, куда вы можете отправиться компанией, мальчишником или девичником, как захотите. Мальчики такие мальчики. Да, мальчики. Поняли, это вот моя сумочка. Просто вот размер моей ноги и моя сумка. И вот пацаны взяли. Два дня, да. Серега, стопудово там мечи. Снимает нас, а мы снимаем Никиту. Моя мама так и вот для шапки. Он снимает там, а я снимаю тут.